Привет! Меня зовут Элиас. Добро пожаловать на мой канал. Guys, today, continue. The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson. It is the final chapter of the saga. Honestly, it's been a great road, great series. All right then, guys, but yeah, let's get started. Прошу вас, барон. Судя по тому, как разворачиваются события, к концу недели вы, вероятно, уже будете в Берлине. Прием, который вам готовит дорогой мой фон Борг, просто поразит вас. Мне известно, как расценивать в высоких сферах вашу деятельность в этой стране. Англичане так уж трудно провести, барон. Вы правильно сделали, мой дорогой фон Борг, прикинувшись спортсменом, тем самым... Нет, это совсем не так. Я обожаю спорт. Ну что ж, оттого ваша деятельность только эффективнее. Мне известно, что вы даже занимаетесь боксом вместе с молодыми английскими офицерами. Замечательно. В результате никто вас не принимает всерьез. Кто вы? Славный малый. Для немца человек вполне приличный. Кому придет в голову, что ваш тихий загородный дом – центр, откуда происходит половина всех бед английского королевства? И что помещик-спортсмен, опытный агент, самый ловкий и самый умелый во всей Европе? Вы гений, дорогой фон Борг. Вы гений. Вы льстите мне, барон. Но я действительно могу сказать о себе, что провел 6 лет в этой стране не зря. Я никогда не показывал вам мой маленький тайник. Быть может, зайдем на минутку в дом? Прошу. So is this German guy the main suspect for now? Часть моих бумаг уже переправлена. На менее важные взяла с собой жена. Она вместе со своими домочадцами отбыла во Флиссинген. Рассчитываю, что охрану остального возьмет на себя посольство. Ваше имя уже включено в список личного состава. Конечно, как знать. Может быть, нам не придется уезжать, если Англия предоставит Францию ее собственной участи. Нам достоверно известно, что никакого взаимообязывающего договора между ними не существует. Ну, а Бельгия? То же самое в отношении Бельгии. Но честь страны? Дорогой мой фон Борг, мы живем в век утилитаризма. Все теперь продается и все покупается. Честь – понятие средневековое. Кроме того, Англия не готова. Kind of funny how you can say that now. Им благоразумнее сражаться вместе с союзниками, чем в одиночку. Эта неделя решит судьбу Англии. Прошу. This all of a sudden took a kind of a creepy twist. What's he gonna show him in there? Оборона берегов Ла-Манша, форты, Ирландия, подводные лодки, аэропланы. Грандиозно. И всего за 5 лет, барон? Не так уж плохо для помещика в эпивохе охотника. Но бриллианта, который должен увенчать мою коллекцию, здесь еще нет. Он скоро прибудет, и ему уже приготовлена оправа.
Военно-морская сигнализация. Вот здесь уже очень солидное досье. Устарело. Пустые бумажки. Адмиралтейство каким-то образом проведало, забило тревогу, и все коды были изменены. Но с помощью моей чековой книжки и молочины Олтимонта все будет улажено. Прошу. Все в порядке. Скоро привезу новые запальные свечи. Олтимонт. Запальные свечи. Олтимонт выдает себя за механика. А у меня тут целый гараж. В нашем с ним коде все обозначено терминами автомобильных деталей. Пишет о радиаторе, имеется в виду линейный корабль. А насос для масла – это крейсер. Запальные свечи – значит, военно-морская сигнализация. Они, конечно, полезны, эти изменники Родины. Но как-то обидно платить за предательство. Он вовсе не изменник. Уверяю вас, что касается отношения к Англии, наш самый прогерманский юнкер – нежный голубок по сравнению с озлобленным американским ирландцем. Вот как? Он американский ирландец? Да. Очень самолюбив, легко обижается, лезет в бутылку. С ним непросто, смею вас уверить. Ну что ж, увы, пора лететь. Надо вернуться в Лондон засветло. How really sketchy stuff that they're talking about. Все выглядит спокойно, мирно. Remember, guys, какую-нибудь неделю drink water. Британский берег утратит свой идиллический вид. Да и небо несколько изменится, если наш уважаемый Цепелин сдержит свое обещание. В той стороне Харридж. А это кто там? Марта. Служанка. Моя жена хотела взять ее с собой в Германию. Угу. Но я решил ее оставить при себе. Замечательно. Она мне кажется олицетворением Британии. Погружена в себя и благодушно дремлет. Дорогой фон Борг. So they had all but returned to their normal lives before the case was opened, and now they're calling them back. Hey, it's not over, brother. Проходите, Ватсон. Вы опять отрастили свою американскую бородку? Не стойте долго на сквозняке. Вам рисковать нельзя, особенно после перенесенной простуды. It's still cool to me that he can drive a plane. Как же вы догадались о моей простуде? Только не говорите, что меня опять подвели мои ботинки. Именно ботинки. Вам письмо от вашего брата Майкрофта. Дело в том, что эти башмаки вы носите примерно 2 недели. Подошвы, когда вылезали из вашей вонючей тележки, я заметил, подгорели. Сначала я подумал, что вы их промочили, а затем, когда сушили, сожгли.
А потом заметил у самых каблуков такие маленькие ярлычки, бумажные, с клеймом магазина. Если бы их промочили, они наверняка бы отвалились. Значит, вы сидели у камина, вытянув ноги к самому огню. Что вряд ли сделал кто-нибудь, если бы не был простужен в такую сухую погоду. Кто это? Кадаген Уэст. Я расскажу вам по дороге. Опять мой сосед Борг за очередной порцией меда. Just like clockwork. Так, на этот раз сколько вам приспичило моего меда? Всего 1 килограмм. Вам удалось достать запальные свечи? В том-то и заковыка, что возникла небольшая заминка. Но сегодня мой дружок подкинет меня до Лондона, и я уверен, мистер, что все уладится. С вас 1 шиллинг и не пенса больше. Так дешево. Другой мед. И постоянным клиентам скидка. Так кто же все-таки этот Кадаген Уэст? Ныне покойный младший клерк в конторе Арсенала. Его тело нашли на рельсах метро. Но каким поездом он ехал и где сел, выяснить не удалось. Элементарно, Ватсон. Надо было просто проверить по билету. А билета при нем не было. Не было билета или его не нашли? В газетах дана была опись всего, что находилось в карманах Кадагена Уэста. В кошельке 2 фунта и чековая книжка, по которой установили личность погибшего. Затем при нем было еще 2 театральных билета и пачка небольшая каких-то документов технического содержания. Тряхнем стариной. Положение напряженное, прямо-таки критическое. Никогда еще не видел его до такой степени расстроенного. Oh yeah, you guys told me that the reason he had an audience before with this well-known figures, public figures, what's his brother is also чертежи подводной лодки very well known. Брюса Партингтона. Вы когда-нибудь слышали о лодке Брюса Партингтона? Брюса Партингтона никогда. То-то же. Из всех государственных тайн это охранялось особенно ревностно. В радиусе действия лодки Брюса Партингтона невозможно никакое нападение с моря. За право монополии на это изобретение 2 года тому назад была выплачена огромная сумма денег. Чертежи чрезвычайно сложны. Включают в себя около 30 отдельных патентов, из которых каждый является существенно необходимым для конструкции в целом. Хранятся они в надежном сейфе секретного отдела в помещении, смежном с арсеналом. Пожелай главный конструктор флота свериться по ним, даже ему пришлось бы самому ехать в Улич. И вдруг мы находим их в кармане мертвого мелкого чиновника в центре города. С политической точки зрения это просто ужасно. Но ведь вы получили чертежи обратно. Из сейфа похищены все 10 чертежей. А в кармане Кадагена Уэста оказалось только 7. 3 остальные, самые важные, исчезли. Украдены. Пропали. Шерлок. Брось все. Забудь на время о своих пчелах и о прочих наших ребусах. Ты должен разрешить проблему, имеющую колоссальное международное значение. С какой целью Уэст взял документы? При каких обстоятельствах он умер? Как попал труп туда, где он был найден? Be disrespecting Sherlock Holmes like that, my friend. You're talking to the truth. The main man with the plan. Чтобы продать военную тайну. И несомненно рассчитывал вернуть оригиналы до того, как их хватится. Приехав в Лондон с этой целью, изменник нашел свой конец. На обратном пути Вулич был убит и выброшен из вагона. Подробности у Лестрейда. Мы его подключили от Скотланд-Ярда.
Очень неприятная история, Шерлок. Вот здесь, на этом месте, лежал труп молодого человека по имени Кадоган Уэст. Да, сверху он свалиться не мог, кругом глухие стены. Видимо, он выпал из поезда, который проходил здесь в полночь понедельник. А в вагонах не было обнаружено никаких следов борьбы или насилия не было? Нет, никаких. И билета у него тоже не нашли. И никто не заметил открытые двери хотя бы в одном из вагонов? Нет. Ну, что? Ну что ж, Холмс, пора брать след, как в старые добрые времена. А ведь на этой дороге стрелок не так уж много. Совсем мало. Мало. Да, дело, безусловно, приобретает большой интерес. Поразительно. Поразительно. Кстати, я не заметил совершенно следов крови. А их нет здесь. А раны были большие? Ну, череп был раскроен, а вот все внешние повреждения незначительны. Все-таки странно. Не могу же вовсе обойтись без кровотечения. Могу вас заверить, мистер Холмс, что вагоны были тщательно проверены мной. Да, мной, лично мной. Я сейчас думаю, что вам нужно было осматривать не вагоны. Итак, продолжим. Официально ответственным за документы является известный правительственный эксперт Джеймс Уолтер. Его награды, титулы и звания занимают в справочном словаре две строки. Он посидел на государственной службе. Это настоящий английский дворянин, почетный гость в самых высокопоставленных домах. Он один из двоих, имеющих ключ от сейфа. В понедельник сэр Джеймс Уолтер уехал в Лондон около 3 часов, взяв ключ от сейфа с собой. Это проверено? Да, его брат, полковник Валентайн Уолтер, показал, что сэр Джеймс Уолтер действительно уехал из Вулича. Джеймса Уолтера. Сэр Джеймс? Сэр Джеймс скончался сегодня утром, сэр. What? Как? Сегодня утром? Сегодня утром. How convenient. А от чего он скончался? Быть может, джентльмены, вы соблаговолите войти в дом и повидайте его брата, полковника Валентайна. Вы правы, мы так и сделаем. Считать случайностью то обстоятельство, что тело обнаружено около того места, где поезд проходит стрелку и где вагоны трясет и раскачивает. Отсутствие следов крови тоже не случайность. Из вагона тело выпасть не могло. Мы знаем, что все двери были закрыты. Поэтому я думаю, что Кадоган Уэст вообще был убит в другом месте. Но как же тело попало на рельс? Элементарно, Ватсон. Оно упало с крыши вагона. С крыши? Да. So they just dispose of him in the train area? Train station? Railways? Несчастье случилось из-за этого ужасного скандала. Мой брат был человеком высокой чести.
Он не мог пережить такого позора. Это его потрясло. Он всегда гордился безупречным порядком в своем департаменте. И вдруг такой удар. Мы надеялись получить от него некоторые пояснения, которые могли бы способствовать раскрытию дела. Уверяю вас, то, что произошло, было для него так же непостижимо, как для вас и для всех прочих. Он уже заявил в полицию все, что ему было известно. Разумеется, он не сомневался в виновности Каргана Уэста. Однако все остальное – полная загадка. А лично от себя, как брат покойного, вы ничего не хотели бы добавить? Я знаю только то, что слышал от других и прочел в газетах. Convenient. Но я вынужден просить вас, и не хочу быть нелюбезным, мистер Холмс. Вы должны понять. Мы сейчас в большом горе. Я вынужден просить вас поскорее закончить разговор. Итак, чертежи взял молодой Кадаген Уэст. Сделать он это мог только с помощью поддельного ключа. Нескольких поддельных ключей. Сначала надо было проникнуть в здание, а потом в комнату. А кем был этот покойный Кадаген Уэст? Ничего плохого об Артуре Кадагене. This guy is literally a robot. Like, why does he talk like this? Even the monotone look. Кроме него, никто не имел права брать чертежи в руки. У кого хранился второй ключ? У старшего клерка конторы, техника Сиднея Джонсона. Ему 40 лет, женат, 5 детей. Человек молчаливый, суровый. Отзывы по службе... отличные. А кто последний раз запирал сейф? Сидней Джонсон. Очень неприятная история, мистер Холмс. Очень неприятная. Такая неразбериха. Глава департамента умер. Кадаган Уэст умер. Документы похищены. А в понедельник вечером, когда мы выходили из кабинета, все было в полном порядке. В котором часу заперли помещение? 5. А где находились документы? В сейф. Я сам их туда положу. Предположим, что Кадаген Уэст решился проникнуть в помещение в неслужебное время. Ведь для того, чтобы добраться до документов, ему понадобилось бы 3. Да-да. Ключ от помещения, ключ от конторы и ключ от сейфа. Ключи всегда хранятся у вас и у сэра Джеймса. От помещения у меня ключей нет. Только от сейфа. Скажите, сэр Джеймс отличался аккуратностью? Полагаю, что да. Знаю только, что все 3 он носил с собой на одном кольце. Я часто у него их видел. И это кольцо с ключами он брал с собой, когда уезжал в Лондон. Он говорил, что они всегда при нем. Прошу. Благодарю. У меня есть вопрос. Если бы кто-нибудь из сотрудников, работающих в этом помещении, задумал продать военную тайну, не проще было бы для него скопировать чертежи, а не похищать оригиналы, как это было проделано? Да. Чтобы скопировать чертежи, нужно обладать большими техническими навыками. Ну, мне кажется, этим обладали сэр Джеймс и Кадаген Уэст. Они есть и у вас? Разумеется. Я прошу. Я прошу не впутывать меня в эту историю.
мистер Холмс. И зачем гадать, что было, что не было? К тому же чертежи были найдены в кармане Уэста. He's acting really guilty, man. Что он пошел на такой риск и захватил с собой оригиналы, когда мог просто-напросто скопировать их и продать копии. Действительно, это очень странно. Мистер Джонсон, продемонстрируйте нам, пожалуйста, как закрываются ваши ставни. Вот видите, Ватсон, ставни дальше не движутся. Поэтому при желании легко, можно без труда заглянуть с улицы в комнату. Я ничего не понимаю. С тех пор, как стало известно о несчастье, я не сомкнула глаз. Я день и ночь думала, пытаясь доискаться правды. Артур был прямодушным человеком, верным своему долгу. Он скорее отрубил бы себе правую руку, чем продал бы доверенную ему государственную тайну. Но факты, мисс Вестбери. Да, но я не могу их объяснить, признаюсь. Не было ли у него денежных затруднений? Нет. Потребности у него были очень скромные. А жалование он получал большое. У него имелись сбережения, несколько сотен фунтов. А на Новый год мы собирались обвенчаться. А вы не замечали, чтобы он был взволнован? Нервничал? Прошу вас, мисс Вестбери, будьте с нами абсолютно откровенны. Как-то вечером зашел разговор о том, какое необычайно важное значение имеют документы, хранившиеся в сейфе, и что иностранные шпионы дорого бы дали за эту военную тайну. И больше ничего? Заметил только, что они небрежны с хранением военных документов, и что изменнику не составило бы труда добраться до них. Расскажите, что произошло в тот вечер. Мы собирались в театр. Был такой густой туман, что такси заказывать было бессмысленно, и мы пошли пешком. Дорога наша проходила недалеко от арсенала. Вдруг Артур бросился от меня в сторону и скрылся в тумане. Не сказав ни единого слова? Нет. Он крикнул что-то. Я стояла, ждала. Но он не появлялся. Тогда я вернулась домой. А утром из департамента пришли справляться о нем. И уже около 12 до нас дошли ужасные вести. Pocket right now.
they're gonna back him up regardless. Normally, I have an idea of how this goes, but this episode is crazy. So many twists and turns. Ватсон, обедаю в ресторане Гальдини на Глостер Роуд, Кенсингтон. Приходите, захватите с собой ломик, наш старый фонарь, стамеску и револьвер. Все захватили. Я прихожу к окончательному выводу, что труп просто положили на крышу вагона. А не могли вы сбросить на крышу с какого-нибудь моста? Нет. Крыша вагона покатая, ограждений никаких нет. Тело просто бы не удержалось. Совершенно неправдоподобно. Следует вспомнить старый аксиом, Ватсон. Если все факты, кроме одного, отброшены, то этот последний и является абсолютно неопровержимой истиной. К тому же, я выяснил, что один крупный международный шпион... Гуго Оберштейн проживает в доме, который непосредственно примыкает к рельсам метро. Колфилд Гарденс 13. Значит, вы все-таки докопались до сути. Этот Гуго Оберштейн покинул Англию без всякой паники. Поэтому ему никогда не могло бы прийти в голову, что два джентльмена нанесут в его отсутствие визит на Колфилд Гарденс. Опять? Нет, Холмс, мне это не нравится. Друг мой, вам придется просто немного посторожить дверь, а всю противозаконную сторону я беру на себя. А потом вспомните, ведь в этом заинтересованы адмиралтейство. Come on, Watson, you know what the deal is. It's not our first rodeo. Ну что ж, вы правы, Холмс. Это наш долг. Черт возьми. Наверное, и есть то самое окно. Взгляните, Ватсон. Сажа на подоконнике стерта. Безусловно, здесь вот лежало тело несчастного Кадагина Уэста. Вау. Что это? По-моему, следы крови. Да. Я заметил точно такие на ступеньках лестницы. So they found a place. This is it. Вот крыша вагона прямо под окном. К
Как видите, пока мои предположения подтверждаются. Что вы на это скажете? Вы превзошли самому себя. Пойдемте дальше. Конечно, старый лис или увез с собой, или уничтожил все компрометирующие его документы. Газетные вырезки. Судя по шрифту и бумаге, это объявление из Daily Telegraph. Он не оставил нам ни одного шанса. Даты не указаны, но вот это, по-видимому, первое. Надеялся услышать раньше. Условия приняты. Пишите подробно по адресу, указанному на карточке Пьеро. А вот второе. Слишком сложно для описания. Должен иметь полный отчет, оплата по изучению товара Пьеро. И третье. Поторопитесь, предложение снимается, если не будут выполнены условия договора. В письме укажите дату встречи. Подтвердим через объявление Пьеро. И, наконец, последнее. В понедельник вечером после 9 стучать 2 раза. Будем одни. Оставьте подозрительность Пьеро. Собрано все. Все. Вполне исчерпывающий отчет о ходе переговоров. Теперь бы добраться до того, кому это адресовано. What he saw in the newspaper.
Вы видели сегодня Daily Telegraph? Нет. Новое сообщение Пьеро. Не может быть. Смит. What? Слушаю, сэр. Соедините меня, пожалуйста, с моим братом, Майкертом Холмсом. Центральная. 835, пожалуйста. Благодарю. Майкрофт, доброе утро. Да, я, да. Доброе утро. Да. Вот оно. Так, сегодня вечером. То же место, тот же час, стучать два раза. Дело чрезвычайно важное. На карте ваша собственная безопасность. Пьеро, каково? Так что пехотная мина, которую я поставил, сработала, и первым на ней подорвался. Да, да, наш друг, доктор Ватсон, да. Наступил сразу, да. Да? Нет, если ты сегодня в 8 часов будешь на Коулфилд Гарденс, я думаю, мы подвинем решение нашей проблемы. Да. Нет, нет. Лестрейд просто необходим. Да, как в экстерьер, когда нужно тащить лису из норы. He's nothing but a dog. And what did he mean by Watson blew up? Was that, I know it's alive, it's something like that, but what did he mean exactly? The freaking squad, man. This whole episode has been good so far. No dull moments. Nothing like the Baskervilles episodes, but you know, still good, still good. Садись, Майкрофт. Присаживайтесь, джентльмены. Вообще-то, мистер Холмс, у нас такие вещи не делаются в Скотланд-Ярде. То, что мы оказались в этой квартире ночью без хозяев, это просто кража со взломом, да и только. Помолчите, инспектор. Что вы понимаете в кражах? Я в кражах? Да все лондонские рынки по сей день находятся под моим контролем. Come back. Here. My daughter, I don't know if you can see, gave me this. It means I love you. Can you say hi? It's the princess again. Hello. You say привет? Привет. You say have a good day? Have a good day. All right. I'm gonna finish making the video, okay? Thank you. I love you too, baby. I love my daughter. She's the best. My princess.
My boys are ready. Who goes there? С места. He passed away. What a scumbag. Уж этого я никак не ожидал. Кто это? Это полковник Валентайн, брат покойного сэра Джеймса Уолтера. Лестрейд. Killed his brother? Oh no. Что это значит? Я пришел к Оберштейну. Все раскрыто, полковник Уолтер. Нам известно все о вашей переписке и отношениях с Оберштейном, а также об обстоятельствах, связанных с убийством Кадагена Уэста. Мы знаем, что вы изготовили слепки с ключей, находившихся у вашего брата, и вступили в переписку с Оберштейном, который отвечал на ваши письма в разделе объявлений в Daily Telegraph. Мы знаем также, что в тот туманный вечер в понедельник вы проникли в помещение, где стоял сейф. А Кадаген Уэст вас выследил через окно, где была неплотно закрыта ставня. Очевидно, у него уже были веские доказательства вашей вины. Забыв про личные дела, Кадаген Уэст преследовал вас, скрытый туманом, до этого дома. Тут он к вам подошел. И вы, полковник Уолтер, к государственной измене прибавили еще более страшное преступление. Убийство! Нет, я не убивал. Клянусь богом, я не убивал. Как он тогда погиб? Я запутался, играя на бирже. Но Оберштейн предложил мне 5000. Я хотел спастись от разорения, но я не убивал. Что же в таком случае произошло? Уэст подозревал меня и выследил. И, как вы сказали, он ворвался. Сюда, в эту квартиру. Бросился к нам, стал требовать, чтобы мы объяснили, зачем нам понадобились чертежи. Оберштейн имел при себе свинцовый кастет, и удар оказался смертельным. Оберштейн предложил положить труп на крышу вагона. Но сперва он посмотрел чертежи, отобрал 3 самых важных и сказал, что заберет их. А остальные 7 мы засунем в карман этому малому. Когда это обнаружится, похищение, конечно, припишут ему. А ваш брат, сэр Джеймс? Он не говорил ни слова. Но однажды он застал меня с ключами. Я думаю, он стал меня подозревать. Это читалось в его взгляде. Он не мог больше смотреть людям в глаза и... Who killed him? Где сейчас Оберштейн? Куда он повез похищенные чертежи? Не знаю. Он не оставил адреса? Сказал только, что у него срочные дела в Суссексе. Где-где? And where he lives. Пойдемте, Ватсон. Это нам по дороге.
задержусь на несколько минут. Мне необходимо передать моему соседу вот это руководство по разведению пчел. Он решил последовать моему примеру. Да, как видите, тишина, природа, свежий воздух. Пользуйтесь всем этим, Ватсон, если уж попали в наши края. Мистер Борг, ну как? Дело выгорело, вот ваши запальные свечи. Сигналы? Да, все как в телеграмме. Сигналы лампы и Маркони, все как я обещал. Но, конечно, копии, не оригиналы. Поймите, было бы слишком опасно, но вы останетесь довольны. И, кстати, неплохо было бы спрыснуть такое удачное окончание нашего дельца, а? Сейчас, минутку. This guy is so good at changing his, like, identity. It's insane. This guy has no... He suspects nothing. А вы что, действительно все свои бумаги храните вот в этом гробу? Да? Почему бы и нет? Нет, вы же считаете шпионом высшего класса, а любой воришка вскроет этот гроб простым консервным ножом. Если бы знал, что мои письма окажутся здесь, я никогда не стал бы вам писать. Ни одному воришке с этим сейфом не справиться. Металл, из которого он сделан, не разрежешь никаким инструментом. Хорошо, а замок? Замок особый. С двойной комбинацией. Чтобы открыть такой замок, требуется знать определенные слова. В данном случае, 1 из 12 месяцев. Нижнее отверстие для слов. Верхнее отверстие для цифр. He literally told them how to unlock it, and he left a password on there? So Sherlock actually knows? Да, война на пороге. Кое-кто из нас мог уже тогда предвидеть точную дату. Теперь время пришло. Завтра утром я свертываю все дела. Прозит. Вытащите меня отсюда. Я больше не могу один оставаться на этом проклятом острове. Через неделю британский лев встанет на задние лапы и начнет бушевать. Что мне тогда делать? Что вам, американцам, бояться Скотленд-Ярд? Джек Джеймс тоже был американский гражданин, а сейчас сидит в портлендской тюрьме. Вы что думаете, британский фараон будет с вами целоваться, если ему скажете, что вы американец? Он скажет, у нас здесь свои законы британские. Вот что он скажет. Сдается мне, что вы вообще не бережете людей, которые на вас работают. Что вы хотите сказать? Вы никому еще не помогли, а? Даже того же Джеймса вы не выручили. Джеймс сам виноват. Вы отлично это знаете. Он был не слишком дисциплинирован для такого дела. Согласен. Джеймс вообще-то был тупая башка. Ну, а Лукаш? У Лукаша была ненормальная, ревнивая жена. Да и сам он был тоже слегка того. Спятишь, когда кругом шныряют полицейские ищейки. Уж если говорить о Боберштейне. Что такое с Оберштейном? Вы что, не знаете? Оберштейна взяли вместе со всеми бумагами. Он сидит в портлендской тюрьме. Как они добрались до Оберштейна? Oh my God, Watson is so bored right now.
хозяйки соседней фермы явились два типа, расспрашивали обо мне. Вот я решил, чтобы разматываться. С тех пор, как мы с вами договаривались, Аберштейн четвертый по счету. Я знаю, кто будет пятым, если вовремя не смоюсь. Да. Все-таки любопытно, кто же нас всех продает? Как вы смеете так со мной разговаривать? Мистер Фанборг, если бы у меня не было смелости, я бы на вас не работал. И потом вообще кое-кто намекал, что вы даже радуетесь, когда агента, который сослужил вам службу, потом сцапают. Вы имеете наглость заявлять мне, что я убираю собственных агентов? Все. Перекиньте меня через океан. И чем скорее, тем лучше. Прошу. Мы слишком долго работали сообща, чтобы ссориться теперь накануне победы. Вы работали отлично. Шли на большой риск. Я этого не забуду. Сначала поезжайте в Голландию. В Роттердаме. Вы сможете сесть на корабль до Нью-Йорка. Все другие проходные линии через неделю будут небезопасны. Я забираю ваш пакет и увожу его вместе с остальными документами. А как там насчет вознаграждения? Ну, 500 фунтов. Вознаграждение за труды. Так что я хочу получить свои деньги здесь и сейчас. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Раз уж вы, мистер Олтимонт, перешли на такие отношения, я не вижу резона, почему мне доверять вам больше. Я вам чек. Вы мне пакет? Я все слышал, друг мой. И как прикажете это понимать, Шерлок Холмс? They should have had some, I don't know how to explain it, but they should have been worried about him retaliating. That was too close for comfort. Произошло. Холмс. Я скоро вернусь, а Марта вам все объяснит. Марта! Wait, did Watson not know the plan? What? Доктор Ватсон. Oh, the lady from the second floor. Откуда вы меня знаете? Вы ранены, доктор Ватсон. И вообще, что это все значит? Это значит, что мистер Холмс оказал неоценимые
услуги Великобритании. И я горжусь, что отблеск славы этого великого человека падает на меня. Миссис Хадсон. Это я, доктор Ватсон. Наконец-то вы меня узнали. Am I dumb? Все, что здесь I'm like Watson right now. I didn't even know it was her. Государственная тайна. И даже вам я не могу открыть ее. Помогите мне, Ватсон. Он мертв. Нет, он просто спит. Я ему дал сильнодействующее снотворное. Если бы вы, мой друг, отложили ваше эффектное появление минут на пять, ему не пришлось бы прыгать в окно. А так он заснул на бегу в 100 метрах от дома. Мистер Холмс, что с моим хозяином? Не волнуйтесь, миссис Хадсон. Все в порядке, он просто спит. Тем лучше. В своем роде он был неплохим хозяином. Он даже хотел отправить меня в Германию. Но ведь это не сошлось бы с вашими планами, сэр. Пока вы оставались в доме, миссис Хадсон, я был спокоен. Но сегодня мне все-таки пришлось ждать вашего сигнала. Он очень долго говорил по телефону. I was wondering where she was at this whole episode. Да, and last episode. Пока в окне не появилась лампа. Надеюсь, вы готовы к отъезду. Да, но сегодня он отправил 7 писем. Я, как обычно, переписала все адреса. Прекрасно. Я их потом посмотрю. Как я рада вас видеть, доктор Ватсон. Как ваша прелестная супруга. Как ваша медицинская практика. Спасибо, миссис Хадсон, все в порядке. Видите, снова мобилизован на военную службу. Я то же самое, как видите. Это парик... мистера Холмса. Разрешите идти, сэр? Да, телеграфируйте Смиту на Бейкер-стрит, чтобы он нас встречал. Спокойной ночи, миссис Хадсон. Слушаюсь, сэр. Интересно, что фон Бург упаковал к отъезду. Правда, сведения, заключенные в этих документах, большого значения не имеют. Большинство из них проходило через мои руки и уже, очевидно, не представляет никакой ценности. He's waking up. Himmel, Kreuz, Donnerwetter, Hurensöhne, Gottverdammte, Schweinebande, Blöde, Säcke. Немецкий язык грубоват, но все-таки один из самых выразительных в Европе. Как вы считаете, Ватсон? Скажите, Холмс. А зачем вы у него требовали чек? А чтобы убедиться, что не только металлические шиллинги, но и чеки у них фальшивые. Значит, ваши чертежи в том свертке тоже фальшивые? Нет. Нет, друг мой, я обязан был обманывать фон Борка. Но вам... я сказал чистую правду. Наставление по пчеловодству. Oh, да. Wow. Меня мучает один вопрос. Когда и как случилось, что вы снова взялись за работу? Right? They were supposed to be retired. Видите ли, в последние несколько лет, просматривая газеты, я убедился, что некоторые методы уголовного мира, причем самые грязные методы, стали безнаказанно применяться в политике. Дело в том, что этот джентльмен, мирно дремлющий на диване, тот самый крепкий орешек, который оказался не по зубам нашей контрразведки. Я потратил на него 4 года и не могу сказать, что это время прошло для меня даром. Сначала, как вам известно, я отправился в Чикаго. Прошел целую школу в тайном ирландском обществе в Буффало. Доставил массу неприятностей местной полиции. И, наконец, обратил на себя внимание одного из самых мелких агентов фон Борка.
который и рекомендовал меня своему хозяину как вполне подходящего мерзавца. До вашего эффектного появления, мой друг, я пользовался доверием фон Борка. Хотя пятерых его лучших агентов я выследил и обезвредил. Dang, so he never retired. He had been doing... Holmes. He had been working this whole time. Я вспоминаю старые добрые времена. И те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками, рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку. Это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ? That's happening right now. И мне все равно, немецкий ли он барон или английский лорд. Не можем ли мы? Вы? Я грешный. Миссис Хадсон, остановить этот ужас. I mean, that's a genuine thought, you know? Не нравится. No way. He unlocked it just like that. Надеюсь, друг мой. 20 век только начинается. Thank you for joining me on this journey, guys. Peace.